Апокалипсис зомби. Париж, Франция. 3 июня. Впервые зафиксирован вирус ВМ-2. Июня. 83% европейцев заражены вирусом. 14 июня. Вирус добирается до Японии. Крах правительства происходит через 3 дня. 23 июня. ВМ-2 появляется в Гудри-центр, штат Айова. 25 июня. ВМ-2 распространяется по всей территории США. Зона карантина. 25 июня армия уничтожает транспортные артерии, дабы зараженные не могли передвигаться. 27 июня электромагнитные станции уничтожены. Электроника не работает. Это последний шанс изолировать зараженных. 6 месяцев спустя. Ребята, я считаю, что нам нужно было остаться в доме. И что? Нам нужно узнать, что произошло. Ты не думаешь, что они уже могли найти вакцину от всего этого? Или все мертвы? Есть кто-нибудь? Все ушли. Кевин. Не заходи туда. Есть еда? Ничего. Конфеты. Черт. Смотри, машина с конфетами. Вы можете потише? Просто сломай ее. Ребята. 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 Кевин. Давай, давай же, уходим, давай, давай. Кевин, давай же. Давай же, Кевин, надо уходить. Помогите. Давай, уходи отсюда. Помоги мне. Помоги. Нет, нет, нет. Беги. Вали отсюда.
Рамона. Кевин. Хорошо, хорошо. Мы тебе поможем, он все еще жив. Держись. Уходи. Держись от него подальше. Нет. Он начинает меняться. Мы тебя отведем к докторам. Дорогой. Давай, уходим. Прости за твоего друга. Но ты не должна смотреть на это. Что вы собираетесь делать? Он все еще жив. Нет. О нет, не смотри. Нет. Меня зовут Генри. Позже, вы двое ранены? Нет. А укусы есть? Зомби были близко рядом с вами? Даже не знаю. Так, ладно, встаньте оба. Руки, ноги на ширине плеч. Зачем? Просто это сделайте, давайте. Давайте, руки. Проверяем, есть ли укусы. Вы видите укусы? Нет, пока нет. А, можешь поднять штаны? Хорошо. Okay. Ты чист. Я Мэг. Билли, это Рамона. Рад знакомству. Давно мы не видели живых людей. Вы уже встретили Хенри, Джулиан, Кэсси. Давайте, мы должны уже уходить отсюда, да. Наше золотое правило. А потом спрашиваем, почему мы так одиноки. В какую сторону пойдем? Так откуда вы? Мы были в доме Кевина. Ждали, когда все это закончится. Теперь вышли. Думаю, все уже закончилось. Просто не так, как вы этого ожидали. Пошли. Нет, мы должны что-то сделать. Слишком опасно. Меня это не волнует. Прости за друга. Но мы должны не собирать бросать труп своего друга там, на улице. Может быть, было бы правильно оставить вас, чтобы вы там все сейчас лежали, как идиоты. Как идиоты, ты убила моего друга. Успокойся. Прости, я не хотела. Не имел в виду это. Как звали вашего друга? Кевин Эндерс. Откуда он? Из Эббинсвилля. Давай. Здесь небезопасно. Зомби вернутся за нами. Я знаю, ты любила Кевина, но нам нужно уходить. Давай же. Как далеко находится докторский пункт? Ну, примерно... день-два ходу. Смотрите. Откуда здесь
стрела. Это Арчера. Видимо, его группировка находится впереди нас. Мы видели его деяния в Канзасе. Вы из Канзаса? Нет, заглянули туда ненадолго. А так мы с востока. Мы идем в Каталину. Это остров? Да. И там все чисто. Там находится лагерь выживших. Мы так думаем. Мы знаем точно. Ладно. Мы не знаем, что происходит. У нас было радио, но оно сдохло. Мы пытались завести машину Кевина, но не получилось. Все это из-за того, что взорвали электромагнитные станции. Ничего из электроники не работает. Думали, что из-за этого быстро передается вирус. Но на самом деле это все не так. О, черт. Город продолжает гореть. И ничто не остановит это. Вы к этому привыкнете. Смотрите. Это собака. Давно я не видел собаку. Месяцами. Иди сюда. Собачонка. Собачонка. Оставь ее. Мы не можем взять собаку с собой. Конечно же, мы можем. Научим ее, чтобы она гавкала на зомби. Нет, мы не можем взять ее. Джулиан, пошли. Чёртова собака. Нужно остановиться. Давай, ты пойдешь со мной. Будешь моим телохранителем. Телохранителем. Телохранителем в момент, когда я буду писать. Ладно. Слушай. Прости за то, что произошло. Понимаешь, если бы мы подождали еще, могло бы быть хуже. Это очень быстро произошло все. Да, всегда. Оно так, поэтому мы никогда никуда не ходим в одиночку. Даже в туалет не ходим в одиночку. Ты хочешь сказать, что эти парни всегда смотрят за тем, как ты? Да. Странно. Зомби только и ждут, чтобы поймать тебя, когда у тебя штаны опущены. Я стесняюсь. Прости. Моя ошибка. Не торопись. Послушайте, ребята, мы идем в город, и логично, там сейчас море зомби. Люди, которые раньше были жителями этого города. Так что, когда будем в городе, будем очень тихими. И слушать будем меня. Каждое движение должны продумать заранее. Будем двигаться очень тихо. Гляньте, кто это. Он пошел за нами, учуяв запах собачьей еды, которую я несу с собой. Это не собачья еда. Но на самом деле, это собачья еда. Так ты, это все специально? Нет. Ну посмотрите. Он был голодным, и я ему помог. Слушай, гафнет как-нибудь на каком-нибудь зомби не вовремя, и нас всех убьет, так что мы его не берем. Пошли. Будьте начеку, будьте тихими, держитесь твердо на ногах, потому что если упадете, никто за вами не вернется. Ничто вам не поможет. Но вы тех побили там очень легко. Да, они были очень медленными, есть и побыстрее. Увидите бегуна, бегите сами. А кто такой бегун? Он очень быстрый и очень опасный.
Это Шамблер. Кажется, он один. Может быть, убьем его? Зомби тормозов лучше не трогать. Убьем, это будет шум. А шум привлекает другие зомби. Давайте, давайте. Подожди-ка. Прямо там. Замечательное место. Нет-нет, там полно места, где можно спрятаться зомби. Мы будем действовать быстро и тихо. Я считаю, что это смерть. Выглядит чисто. Ладно, пошли. Что они делают? Разнюхивают, есть ли здесь зомби. Есть здесь люди? Эй, тише. Ладно, разделимся на команды. Вы, ребята, с нами. Мы будем искать еду. Зачем? У нас полно еды. Серьезно. Нам нужны ботинки для вас и что-нибудь вроде одежды из пластика или металла. Да, потому что такое зомби не могут прокусить. Это хорошо? Пройдет? Плохо держится. Простите. Sorry. Это была я. Есть. Hey, может быть, возьмем велосипеды? Это же лучше, чем идти пешком. Нет, мы так становимся легкими мишенями для бегунов. На велосипеде трудно что-то заметить и трудно достать оружие, поэтому мы идем пешком. Смотрите, конец света еще не означает, что люди не должны прибираться. Может быть, тот, кто должен был прибираться, уже мертв. Разве это не потеря времени? Зависит от того, как ты проводишь свое время. Что ты там делаешь? Но ясное дело, что не ставлю на место обувь. Я посмотрю, что там сзади. Эй, подожди, я пойду с тобой. Да-да. Будь осторожна. А то, кто его знает, может, там их навалом этих зомби. Помнишь того парня? Как его звали? Кортман, да. Тот парень, который был с нами в магазине Скотти. Он открыл заднюю дверь, а там 150 зомби его ждали. Готово? Так что произошло с Кортманом? А как ты думаешь? Так что мы тут ищем? Может быть, все... Какую-нибудь себе пушку или что-нибудь такое. Ну ладно. Посмотри тут. Замечательно. У нас здесь зомби. Давайте, отходите, уходим.
Давай. Давайте, быстрее. Торопись, Джулиан. Ну, в чем там проблема? Торопись их. Море тут. Это была последняя. Что они делают? Их притягивает к звуку. Это не будет их сдерживать долго. Уходим. С ума сойти. Мы потеряли Кевина. И теперь они попытались убить нас. Все в порядке. Нет, не все в порядке. Вернемся сейчас обратно. В дом Кевина возьмем еды. Мы теперь не можем туда возвращаться, откуда мы знаем, что там есть жизнь в этой Каталине. Мой муж мне так сказал. Ребята, поговорим об этом позже. Давайте найдем безопасное место. Пошли. Все пишешь? Ну да. Как ты думаешь, кто это будет читать? Ну, если повезет, то однажды это прочтут мои дети, которых у меня сейчас, кстати, нет. А если не повезет? Думаю, человек, который найдет мое тело. Ужасно. Ну, по крайней мере, останется кто-нибудь, кто найдет мое тело. Мы находимся в 16 милях от школы. Встанем утром, к ночи будем там. Школа? Да, там находится центр выживших. В Лос-Анджелесе, откуда ты знаешь, что он все еще там? Ты слишком много вопросов задаешь. Да, простите, я не знаю многого, но я... Мы встретились с одной группой людей, которые были с Востока. Они сказали нам, что там это есть. С Востока? Они направлялись в Южные Дакоты и сказали, что Каталина существует. Подтвердили это. Так, я нашел здесь кое-что. Что? Цивилизацию. Что именно? Семейный ужин. Мичигане, летом, представляешь? Не хочу рассказывать вам о детали, но запах... И это конец истории. Я только что поел. Так, как ты там сказала, у тебя муж есть? Да. Стю. Стю. Официально сержант генерала Стюарт Андерсон, по крайней мере, он был им за две недели до того, как все это началось. Потом нужны были доктора, и он стал волонтером. Он отправился помогать правительству, а я с братом осталась. Мы должны были вылететь следующим рейсом в Каталину. Что произошло? Давайте поговорим об этом. Как-нибудь в другой раз. Не было никаких полетов. Так что мы с Джейком отправились на запад, где через день я встретилась с Джулианом. Да, я там застрял в своей машине, она не заводилась. Представляешь? Да, могу представить. С Максом я встретилась в Питтсбурге. Даже не знаю, повезло мне или нет.
а с большим человеком в Огайо. Там он дрался чуть ли не сотней зомби. В поисках одного конкретного, представляете, они убили мою лошадь. Я должен был отомстить. Можете убивать меня, но не лошадь. Должно бы тебе нравилось лошадь. Ну что ж, друзья, время пришло для десерта. Лучшее, что мог достать. О, да. Привет. Hey. Привет. That was actually kind of fun. Неплохо мы провели время. Ну да. So how come nobody would say почему никто не сказал, что произошло с братом Кэс? Я вообще-то встретился с ним раньше, чем все это произошло. Они встретились с огромной кучей зомби. Что-то такое. Иногда зомби собираются в кучу. И делают они все это очень-очень собрано. Как будто имеют лидера. И вот по какой-то причине они решили собраться кучу там. Они его убили прямо перед ее глазами, надеюсь. На самом деле, если признаться, Кэс считает, что она видела, как они его забрали. А это значит, что они его трансформировали в зомби. Могу себе представить, насколько это ужасно. Думать о том, что твой брат находится где-то там, и он один из зомби. Да. Они его забрали. Что насчет тебя? Ты кого-нибудь потерял? Не. При вирусе. Но пару лет назад я потерял свою жену из-за рака. Прости, не жаль. Это она. Она красивая. Наверное, была хорошим человеком. Она мне сказала, когда умирала, что я должен жить за нас двоих. Так что я это и делаю. Эй, не волнуйся. Мы доберемся до Каталины. Ну да. Что это? Это не зомби. Это собака Джулиана. Вали отсюда. Вали. Эй, эй, ребята, нужна помощь. Ну что ты делаешь? Отойди, Джулиан. Собака. Зомби. Я не знала, что собаки могут превращаться в зомби. Мы тоже не знали. Насчет использования коктейля Молотова. Okay. Ладно, предположим, на тебя напали зомби, и ты бросил в них коктейля Молотова. Теперь-то что? Теперь они мертвы. Теперь на тебя нападут горящие зомби. Огоньки, мы так их зовем. Ну а вось
Мы не должны ничего делать на авось. Что это такое? Там был снайпер. Давайте посмотрим. Я буду за тобой. Люди есть? Где-нибудь в округе есть зомби. Уходим. Безопасная зона для людей. Этот умный зомби не додумался пройти через дверь. Оставь его. Будем придерживаться плана. Все в порядке? Пошли. Этот зомби застрелен. Так, где все? Если везучие... Забаррикадировались внутри. Если не везучий, то что? Запах ужасный. Да, это все зомби. Есть люди здесь? Даже не знаю, ребята. Мне плохое ощущение. Может быть, кого-нибудь отправим туда посмотреть? Пошли сюда. Интересно, давно оно здесь? Эй, давайте успокоимся. Думаю, нам нужно отсюда уходить. Они здесь. Ты уверен? Да, я уверен. Люди здесь есть. Это последняя безопасная зона до Каталины. Люди здесь должны быть. Даже не знаю, картина не выглядит очень-то хорошо. Там есть дверь. Надо посмотреть, что там. Даже не знаю, кто бы бросил всю свою одежду здесь. Ищите бумажки, значки, что-нибудь. Это ловушка. Они идут. Стой двери.
Ребята, помогите Билли. Билли. Ребята, помогите мне. Помогите. Билли. Помогите мне. Уходим, уходим. Билли. Билли. Помогите. Помогите, пожалуйста. Билли. Помогите мне. Закройте дверь. Давайте же. Рамона. Здесь был зомби, я его убил. Прости. Что? Где Билли? Прости, мы разделились. Что значит вы разделились? Вас ведь четверо. Надо было вернуться за ним. Надо было вернуться. Конечно, надо было вернуться. Вы его бросили? Пытались помочь. Могло быть все хуже. Они нас ждут внутри. У нас нет шансов. Я говорю, они прятались. Нам повезло, что мы вообще выжили. Зомби не умеют прятаться. Кому какое дело, прятались они или нет? Она права. Нам нужно просто отсюда выбраться. Давайте устроим перекур. Как такой большой человек все время не устает? Я не болтаю так много, как ты. Ты в порядке? Нет. Черт. Что? Я потеряла свою зубную щетку. Мы найдем себе другую. Нет, Мак. Мне нужна не другая щетка, а мои вещи. Ну, доберемся до Каталины. А что, если нет? Если мы все умрем? Если там вообще никого нет? Это сумасшествие. Мы все умрем. На пути к Каталине. Я не собираюсь умирать. Знаешь, никто не собирается. Ты просто устала. Ты прав. Я устала от всего этого. В чем дело? Просто устала. Все будет в порядке. Хотите знать, почему я иду в Каталину? Первое.
Потому что там нет зомби. Второе. Там нет зомби. Третье. Я хочу принять душ. Хочу сесть на унитаз, увидеть, как вода идет из крана. Я хочу горячую воду. Хочу принять ванную после того, как приму душ. А потом хочу девушку. Это третье. А я многого не хочу. Маленький дом. Сад. У нас жены был замечательный сад. Сделать бы его снова таким же. А я? Мне не хватает моей лошади. У такого огромного чувака должна быть огромная лошадь. Да, она была большой. Я хочу быть где угодно, но не здесь. Не хочу умереть, как Билли. Достань карту, посмотрим, что там. Похоже, нам нужно на запад. Можем пройти мимо этих домов и выбраться на ту сторону, да. Стемнеет через несколько часов. Нам нужно двигаться. Потому что мы должны пройти максимум сегодня. Смотри. Все может быть в нашем случае и похуже. И далеко нам еще идти. Может быть, мы идем не той дорогой. Ладно, мы идем не той дорогой. Эй, взгляните, что это там такое? Может быть, тот дом горит? Кажется, я вижу, там что-то движется. Я тоже. Что это такое, может быть? Даже не знаю, может быть, человек? Может быть, это команда Арчера? Что, мы должны им помочь? Давайте. Эй! Эй, есть кто-нибудь? Джулия, не так быстро. Пошли. Мы потеряли двоих наших. Потеряем больше, если вернемся. Они охотятся на нас. Касси! Хенри, уходим. Это ваш последний шанс. Мы уходим. Остальные? Даже не знаю. Как думаешь, много еще ты? Не знаю. Спасибо, что вернулся за мной.
Он приближается. Отвлеки его. Что? Отвлеки. Я здесь, здесь. Генри, давай. Вот бы мне это найти пораньше. Ну и урод же ты. Уходим. Куда мы идем? У нас есть здесь безопасный домик. Мертвецы за нами не идут. Мы оставили одного человека, чтобы он их отвлек. Вы оставили одного человека, чтобы он отвлек сотни зомби. Это одна девочка. Не волнуйся, она знает, что она делает. А много ваших осталось в домике? Трое. Мы не так далеко. Смотрите за красными значками на деревьях. А что, зомби не смогут вычислить ваш дом по этим значкам? Нет, они не умеют их читать. Мы ценим вашу помощь, но нам нужно найти своих друзей. Вы серьезно считаете, что они все еще живы? Мы прошли вместе с ними более 1000 миль. Да, я уверен. Вы прошли так много? Эй, привет, я Майра. Джулиан, привет, Джулиан. Они хотят вернуться. Там осталось двое. У них не получится. Там их слишком много, этих зомби, чем мы думали. Ладно, мы близко. Ладно, если ты пойдешь, то я тоже пойду с тобой. Будем вместе до конца. Ладно. Проходили через город, в котором мы встретились с кучей мертвецов. Мы их называем зомби. Так что слышно? Люди из Каталины собирали выживших. Это последнее, что мы слышали. Мы слышали и о вашей группировке. Правда, встретились поздновато с вами. Да, месяцев 6, как слышали. Люди из Каталины появляются в городе каждые несколько недель. Но мы в города не заходим. Хорошее правило. Мы вышли из Чикаго. Только 20 выживших. Среди которых была и я. Это было трудно. Все плохо, если выжившие не слушают нас. Слушай, в этом месте кишат мертвецы. Мы все знаем, что такое пригород. Мы могли бы обойти это место с юга. Но это займет у нас 2-3 дня, да. И мы не знаем, что там будет. А что насчет этого пути? Мы обследовали это место, как только... добрались до сюда. Там полно мертвых, но среди всех вариантов это самый лучший для нас. Надо убивать только тех, кто действительно угрожает нашей жизни. Послушай, я понимаю, что ты хочешь спасти своих друзей, но, возможно, для тебя лучший вариант остаться с нами. Мы сможем потом с Каталиной вернуться за ними. У меня есть друзья, и они выжили. Надо просто за ними вернуться. Вот как ты и умрешь. Мы видели, как ты справлялся там с зомби. Я считаю, что ты не выживешь. Я не собираюсь своих людей губить из-за вас. Ладно, если Генри и Кэс живы, они пойдут этой дорогой до Каталины. Дойдем до туда. А дальше вы сами по себе, я сам по себе. Хорошо, спасибо за предложение. Ладно. Меня больше всего волнует это место. Здесь полным-полно мертвецов. Ты можешь их назвать просто зомби? Да, действительно. Улицы кишат ими, их будет трудно обойти. Поэтому не ходите поодиночке. Мы все поняли. Ладно.
Трудный день предстоит. Надо отдохнуть. Моя команда будет на стрёме. У меня есть вопрос. Мы находили ваши стрелы неделями. Почему стрелы? Потому что в оружейных магазинах и спортивных магазинах никто не трогал стрелы, потому что никто не умеет стрелять стрелами. Мы в прошлом команда лучников из Квинси. Вот почему нам легко стрелять из лука. Ладно, спокойной ночи. Ты хочешь лечь спать? Я тебе заменю. У нас рабочая система, в которую мы не пускаем чужаков. Кому какое дело? Система исчезнет, как только мы доберемся до Каталины. Думаю, ты меня поняла. Знаешь, как говорят, лучшие планы для людей и для мышей всегда идут рядом. На самом деле, это не Глин сказал, а Бернс. Хорошая поэма. Пытаешься очаровать меня своим знанием поэзии во время апокалипсиса зомби? А что, работает? Я так понимаю, нет. Надеюсь, это спутник, а не космическая станция. Ложись спать, Джулиан. Тебе сон нужен. Эй, смотри. Что это? Спутник, возможно. Даже не знаю. Иногда конец света красивый. Нам нужно найти место переночевать. Завтра будет трудный день. Так, ладно, Бэнкс поведет. Ваша команда будет в 50 футах. Понятно. Помнишь наши сигналы? Возможно. Слушай. Прислушивайся. Смотри. Двигайся. И ралли. Что значит ралли? Значит, проси помощи. И помни, мы убиваем только тех мертвецов, которые действительно нам угрожают. Мы это уже вчера слышали. Хорошо, значит, стрелять попусту не будешь. А что насчет ваших стрел? Стрел это тоже касается. Если кто-нибудь кому-нибудь будет угрожать из зомби, стреляйте. Как думаешь, остальные выжили? Да. Мак присмотрит за ними. Нам нужно бы вернуться. Нет, нам нужно идти к острову. Это наша цель. Знаешь, если нам удастся добраться до Каталины, там будут люди. Надеюсь. Я имею в виду, мой муж, он может быть там. Ну да. Знаешь, просто ты и я, мы вместе стали друзьями. Я не хотела бы... Я тоже. Ты будешь рада встрече с ним, не так ли? Да, но я не хотела бы что-нибудь менять. Я буду рад тоже.
пошли. Там их 7 штук. Я сейчас их отвлеку. Стоповой стрелой. Что это такое? Она выбирает одного, стреляет в него. Он падает, и зомби нападает на него. Повезет с первого раза. Все отвлекутся на него. А мне получилось. Пошли. Туалеты. О, да, туалеты. Пришло время для туалетов. Джулиан, что ты делаешь? Живой. Мертвые зомби. Давайте, бежим, бежим, бежим. Все, залезайте, залезайте. Оружие рабочее, это хорошо.
Немного я тут нашел. Бинго. Я хочу забрать ее с нами. Она слишком тяжелая. Пожалуйста. Можешь продолжить писать. Что? Пожалуйста, пообещай, что продолжишь писать. Но почему? Смотри. Я уже начал превращаться в Джулиан. Сделай то, что пообещал. Нет. Нет. Мэг, послушай. Что сделано, то сделано. Подумай о пути. Главное добраться. До Катарины, потише. Мак. Я могу выйти отсюда. Отвлечь их. Это хороший план. Нет. Мак. Не усложняй все. Найди Кассиди, найди Генри. Отправьтесь к Каталину и живите. Все кончено. Джулиан. Что? Он начинает превращаться. Держи его. Убей его. Джулиан. Держите. Успокойся. Помогите. Кто-нибудь, держите его. Я не могу долго драться с ним. У меня нет выбора. Джулиан. Прости. Все кончено. Теперь надо выбираться из машины. Генри, прямо за тобой. Они стали умнее. Come on.
Бежим. Они уходят. Хорошо, тогда выходим. Давай же, Майк. Все становится хуже и хуже. Мы здесь в ловушке, Генри. А это что? Кажется, это Мак. Может быть, мы сможем добраться по крышам до них. Не думаю. Есть план. Пошли. Там должен быть выход. Бежим. Эй, сюда. Давайте, внутрь. Давайте, они приближаются.
Заходите, заходите. Быстрее, быстрее, быстрее. Заходите. Так, все, все. Закрываем. Держу. Эй, Кейт. Не вижу других способов войти сюда. Ну что ж, пусть тогда зомби полезут по контейнерам, если они хотят. Так вы, значит, в команде Арчера, да? Да, это Бэнкс, это Сара. Я Кэсси, это Генри. Мы за вами и отправились. А где? Где Джулиана? Он не выжил, Кэс. Я думала, что Джулиан будет с нами всегда. Прости, Кэс. Эй, ребята. Здесь написано, что... паром приезжает в среду, к полудню. А сегодня какой день? Джулиан бы знал. Я нашел здесь кое-что. Много инструкций. Процедура карантина. Все выжившие будут отправлены на остров на неделю. Ну, смысл в этих словах есть. Еда. О, Господи. Все сюда. Господи. Господи. Оружие. Будьте начеку. Зомби, значит, сюда все-таки как-то пробрались. Большинство из них не были зомби. Это бессмысленно. Никогда не видела разорванное человеческое тело. Ранее. Мы тоже нет. Что это было? Что? Даже не знаю. Oh.
Что-то, что разорвало все эти тела, находилось в одном из этих контейнеров. Какого черта? Попало. Осторожнее. Помогите. Давай же. Ты в порядке? Броктон. Я иду к тебе. Мы доберемся до тебя. Кэсси, Генри, помоги. Эй, киса, киса, иди сюда. Киса, киса. Вот так тебе, сука. Генри, осторожнее. Генри. Я брошу это в тебя, сука. Не уходи. Я попал в эту суку. Генри, ты ранен. Не позволь мне трансформироваться в зомби. Эйрис подготовлен специально для fTorrent.com. Прощай, дружище. Кто-нибудь видит пароход? Он же должен приехать. Это точно, да? Надеюсь. Он приедет.
Кэс, что ты сделаешь первым делом, как доберешься до Каталеи? Поцелую своего мужа.